Друзья, всем приветики! Подошло утро завтрака, а я хочу вам показать, что мы сегодня будем завтракать. Вчера напекла снова вот такие вот булочки. Кто за нами ВКонтакте следит, те знают, что я их уже пекла. Вот такой маффин испекла, как пирог. Его можно тортиком сделать, разрезать и сделать крем. Но я крем не делала, просто испекла. Можно кексы из него испечь, вкуснота. Тесто само по себе, знаете, такое сочное получается. Еще сегодня у нас пир на весь мир. Еще море Мур радует нас своей рыбой. Я покупала у них форель, уже я давненько ее покупала. Так, как вам показать. Покупала у них форель, сама засолила ее. Посмотрите, кусочки какие аппетитные. Жирная такая, хорошая, настоящая, в море выловленная. Сейчас я буду делать бутерброды на батон, масло и рыбка. Я люблю такие бутерброды. А рыба ведь она очень полезная. И, кстати, рыба снижает холестерин. У кого проблемы с холестерином, нужно кушать рыбу. Я вчера ролик смотрела. Вот. Приготовила нам чай с Антошей. И будем, друзья, завтракать. Приятного, хорошего утра и приятного чаепития. А еще хочу сказать, что концерты теперь мы не будем с Антоном снимать, и на концерты мы ходить не будем. Потому что работники Дома культуры считают, что они там стараются, а я хожу, на них деньги зарабатываю. Я ведь за билет тоже плачу. Хочу еще, знаете, что сказать? Я ведь найду применение своим 300 рублям, или если нам с Антоном вдвоем идти, если на концерт, там бывает 300 рублей или 350, это тогда 700 рублей или 600 рублей, да даже 400 рублей, я ведь найду применение своим деньгам. Какие я там деньги заработала? Вы хоть понимаете, какого уровня у меня канал? Мой канал еще не такого уровня, что вот для заработка. Когда у меня будет там 20 тысяч подписчиков, тогда уже начинайте деньги мои считать и завидовать. Но пока еще мы стремимся. Конечно, мы стремимся к этому. Почему? Нужно всегда стремиться, куда-то стремиться, что-то делать, чтобы было занятие. Но концертов на нашем канале больше не будет. Я найду применение своим деньгам. На кружки, на какие мы тоже ходить не будем, потому что, чтобы на нас тоже деньги не зарабатывали, как они там говорят. Вот. Но не будем о плохом. Будем сейчас, я буду накрывать на стол. И мы будем с Антоном завтракать. Так, ну что, друзья, вот и собралась Лена на работу. Одела свою рубашку, только вот здесь вот не знаю, наверное, я заправлю сюда. Вовнутрь заправлю, что-то мне не совсем нравится. Уголку вот таким. Кстати, волосы ведь я покрасила, обрезала немножко. Ну как мне немножко, вот так, наверное, отрезала длину волос. Так, Варвара пришла. Антоша уже в школе, пошел в своих новых сапожках резиновых. Одни он гулять одевает утепленные, потому что у нас еще грязь. А вторые ему в школу. Самое то. Я сейчас буду собираться. Ой, уже мне бежать надо. Приду с работы, может, что-нибудь еще вам поснимаю. На улице солнышко, сейчас одену очки от солнца защитные. Потому что от морщин. Морщин не было. Я одеваю очки. Собралась. Лена на работу. Скоро буду выходить. Очки от солнца. Как всегда, беру на улице солнышко. Друзья, всем привет. Сегодня мы в Бургер Кинге. И покушали мы, заказали меню всего за 1 рубль. Потому что списали баллы. Спасибо от Сбербанка. Мы ездили, я сегодня сдавала кровь себе, ТТГ и кальций, и еще записались в клинику проверить зрение, себе и Антону проверить зрение. Что хочу сказать, что здесь перестановка в связи с пандемией. Мне вот тесно, не совсем комфортно, как замкнутое такое пространство кабинками сделано. Сниму вам, покажу кабинки, вот такие зоны поделены на зоны. Антон сегодня меня напугал. Захожу анализы сдавать.
А его нет. Поворачиваюсь, а Антона нет. Вчера только. А он на улице стоит себе на крылечке. А мама его ищет. Звоню, трубку не берет. Пугался у меня, короче. Я уже думала, украли у меня. Я не знаю, какую выбрать.